Подключаем нашу камеру к телефону, выбираем управление, так, отключаем режим полета, если он был включен, управление со смартфона, соединение. Включаем Wi-Fi на самом телефоне. Так, идет подключение к нашей камере. Подключилась и запускаем программу Image H Mobile. Imaging H Mobile. Запуск. Так, теперь параметрами камеры мы можем управлять прямо отсюда. Запись. Все управляется прямо с телефона.